плетень заплетися, завернися, труба золотая, вигадайся, кума молодая, виходила отушка з малими дітками. Заплетися, плетень заплетися, заплетися, плетень заплетися, завернися, труба золотая, вигадайся, кума молодая, виходила отушка з малими дітками. Заплетися, плетень заплетися. Дорогие мои друзья, всем здравствуйте, с вами естественно Ильичев Антон. Сегодня Радоница, и мы с вами на Лихачевском кладбище. Просто день вообще невероятный, Радоница, первое. Второе, сегодня 3 года нашему каналу. Дорогие друзья, это просто какое-то чудо, я просто шокирован. 3 года мы уже занимаемся этим делом. Эмоции просто невероятные, просто невероятные, что самое главное, что люди смотрят, поддерживают меня. Спасибо вам огромное на самом деле, это просто чудо. Это настолько мощно, что у меня просто даже нету слов. Вот. Вы сами понимаете, нету слов реально. Это настолько вот энергия такая собралась. У нас такая компания. Все мы люди необычные. Я всегда это говорю вам. Вот. Дальше. Мы сейчас посмотрим захоронение детей. Значит, таблички мы восстанавливали, да? Значит, у одного ребенка мы табличку восстанавливали. Там убираются люди. Наверное, бабушка или дедушка. И мы не знаем ни имя, ни фамилия ребенка. Мы в прошлый раз, когда здесь были, повесили пакетик с ручкой и листочком, дорогие друзья. И попросили написать, чтобы мы на табличке написали. Пойдемте. Так, вот захоронение ребенка. Вот табличку мы восстанавливали. Значит, здесь убрались. А люди приезжали, убрались, видно, вон тут песочка даже насыпали. Вот наш пакетик, который мы повесили. Я не смотрел, вот все при вас. Давайте сейчас мы его отвяжем и посмотрим. Написали они нам даты, имя, фамилия. Да, крест мы красили тут. Так вот, пойдемте посмотрим. Все при вас. Так. Написали. Это дело, дорогие друзья, смотрите. Написали. Обалдеть. Я, значит, написал. Здравствуйте, напишите, пожалуйста, имя, фамилию, имя, отчество мальчика, даты я напишу на новой табличке. Вот это я писал. Смотрите внизу. Блин, это так трогательно. Реально, я просто шокирован. Блин, мы такое дело сделали. Обалдеть. Здравствуйте. Имя девочки. Это девочка оказалась, а не мальчик. Кто-то в комментариях, когда мы табличку восстанавливали, писал, это может быть девочка, похожа на девочку. Значит, Мельникова Зинаида Ивановна. Даты нужны. Даты нужно уточнять. Ребенок, у меня троит, друзья, вообще, кто знает, кто смотрит канал, меня на кладбище как, троит, заикаюсь. Давайте еще раз, это девочка Мельникова Зинаида, блин, я просто в шоке. Мельникова Зинаида Ивановна. Даты нужно уточнять. Ребенок умер в 5 лет, в середине 20 века. Вам огромная благодарность. Нет слов, смотрите. Прочитайте. Блин, дорогие друзья, вообще. Значит, мы листочек оставим. Мы напишем. Значит, я в следующий раз, нам нужен маркер штрих. Это маркер краска.
Мельникова Зинаида Ивановна, мы напишем. А даты они нам напишут. Даты они нам напишут. А, слушайте, смотрите. Смотрите. Они хотели написать телефон. Вот написано телефон и зачеркнули, а потом, наверное, побоялись. Да, телефон. Так, я здесь напишу. Я жду даты. И напишу, напишите, пожалуйста, номер телефона. Да. Вот, они убрались. Блин, это просто я в шоке. Все, я сейчас напишу, я жду даты. И напишите, пожалуйста, ваш номер телефона. Вот. Дальше мы сейчас пойдем убирать захоронение девочки, которую мы восстанавливали тоже. Табличку делали и восстанавливали захоронение. Как мы таблички делаем? Я делаю сбор, скидываемся, я все делаю, там заказываю. Так, все, я сейчас напишу и пойдемте. Все, я написал то, что я жду даты от них. Только уж не знаю, когда они теперь придут. Ну что, на кладбище очень много людей, вот, я так особо, я убрался, вот это то, что я расстелил, вот этот коврик, это как раз подарок от Николая, он живет в Самаре, да, у него свое производство, он все делает сам своими руками, это коврик для цветника, но у нас, к сожалению, на этом захоронении нет цветника, да. Но все равно вот так я постелил, очень красиво, и видно, что то есть, могилы уже за ней следят, ее убирают. Кстати, значит, вот это захоронение мы восстанавливали, да? Объявились хозяева, у них выше там еще захоронение родственников, а это захоронение было уничтожено полностью. Так они свое захоронение убрали, родственников, которые у них там памятники стоят и так далее, а у ребенка так и не убрали даже, представляете. Я прикреплю видео, да. То есть сама история такая, мы восстанавливаем захоронение, объявляются родственники, я им звоню, с ними разговариваю. Они говорят, вы что, у нас тут документы, а у нас выше захоронение там наших родственников еще есть. У них там памятник стоит, все клево. Я говорю, а что же вы так? Это поступили с ребенком-то, это могила была уничтожена, крест свернут был, согнут, люди затоптали, там проход был вместо могилы вообще,
Если посмотреть первое видео, как мы его восстанавливаем, это просто ужас. Она там что-то начала оправдываться, там какую-то чушь несет вообще. Вот. Так что они убрали захоронение, а ребенка, видите, в этом году не брали. Но мы убрали. Вот. Дорогие друзья, значит, спасибо огромное Николаю. Ссылочки я все прикреплю. Он начинает работать на Озоне, он на Авито. Значит, у него венки, корзинки. Ну, все для благоустройства могил. Да, пожалуйста, можно заказывать. Вот, спасибо огромное. Он таких цветников прислал нам несколько для детских захоронений. Да, мы еще поедем, будем убираться, будем стелить. Спасибо огромное, очень приятно на самом деле, да. Ссылочки я прикреплю. 3 года каналу, еще раз повторюсь, это просто что-то невероятное. Это, да, ровно 3 года. 3 года назад я снял первое видео здесь, вот, на Лихачевском кладбище. Вот. Народу. Сегодня рады, не всегда народу очень много. Дорогие друзья, я буду с вами потихонечку прощаться. У меня тут уже заметили, что я хожу и снимаю. Ну что, мне уже так нормально. Я уже адекватно, как бы, ну, как отношусь к этому, то, что. Ну, как бы нормально все. Особо не парюсь. Вот. Еще надо будет приехать сюда, семью Поповых убрать до захоронения. Ну, много у нас здесь могил. Времени у меня очень мало. Я работаю, приходится работать. В комментариях опять что-то я натыкаюсь в комментариях. Вот, нашли на чем зарабатывать на Ютубе, что-то могил снимать. Я еще раз повторяюсь, Ютуб мне денег никаких не приносит вообще. Нет, это все. Все это мое время, это все мои затраты, да. Мне приходится работать, ну, как бы приходится работать много, чтобы как-то выживать. Времени очень мало вот на это. Вот, ну ладно, не будем вот об этом. Потихонечку прощаюсь с вами. Дорогие друзья, благодарю вас. Желаю блага вашим семьям, вашим близким. Счастья, здоровья. Спасибо, что вы со мной уже 3 года. Пишите такие добрые комментарии. Очень приятно, на самом деле, очень приятно. Все. До новых встреч. До новых встреч. А в небе солнце, луч игривый. Хочу быть, как он, счастливым. В небе радугу творя, чтоб смеялась детвора, чтоб стекали с тесной кучи, не боялись темной тучи, чтоб зарей была заря, а любовь без букваря, а в небе ангелы поют. Вот бы с ангелами спеть, только рук не дотянуть, и глазам не досмотреть, и архангелы трубят. В блеске солнца трубы слуги, мне нужна одна услуга. Ангел добрый, стань мне другом. Целый вечер ждал я встречи, целый вечер жег я свечи, жизнь живу себя калеча, ангел добрый, ангел вечный, жизнь живу себя калеча, ангел добрый, сядь на плечи, а в небе ангелы поют, вот бы с ангелами спеть. Только рук не дотянуть, и глазам не досмотреть, и архангелы трубят в блеске солнца, трубы слуги, мне нужна одна услуга. Ангел добрый, стань мне другом. Как прекрасны в церкви свечи,
Кто-то снова сел на плечи, на плечах моих беспечных. То ли ворон, то ли кречет, жизнь живу, себя калеча. Ангел добрый, сядь на плечи, а в небе ангелы поют. Вот бы с ангелами спеть, только рук не дотянуть и глазам не досмотреть. И архангелы трубят в блеске солнца, трубы слуги, мне нужна одна услуга. Ангел добрый, стань мне другом.